Друзья, всем привет! Сегодня у нас распаковка. Здесь у нас телефончик Meizu MX2. Дошел он за 18 дней у нас. Нормально, в принципе, после Сингапура. Продавец тут, смотрю, указал тут реальную цену. $190. Android Phone написал. Как обычно, указывают подарок. Давайте открывать не будем. Хорошо упакован, смотрю. Такой вот противоударный пупырчатую хрень. Можно сесть, по-моему, ничего не будет. Зарядка поставляется отдельно у нас. Ну, сколько тут она у нас? 1,5 ампера. Маленькая коробочка такая. Целая, не сильно помятая. Тут у нас 4-ядерный процессор Samsung. Посмотрим. Упаковка чем-то похожа на как он, Umi телефон, есть такие производители. Наклейки для вырезать сим-карты. На микросим. А это что за штучка, интересно? Может, открывать его? Куча макулатуры, как обычно. На китайском все. Тут, наверное, шнур, наверное. USB. Да, такой шнур беленький, довольно-таки длинный, смотрю. Ладно, это в сторону. Займемся телефончиком. Матовая пленка наклеена, не знаю, может, транспортировочная. Такая марка какая-то. Ну, что такого, весистый аппаратик, небольшой. У него 4.4 экран. Посмотрим, что тут за батарейка. Все-таки эта штучка, видать, для открытия, наверное. Непонятно, что-то как открывать. А вот, наверное. Какая-то как кнопка тут, что ли. Может, батарейку. Батарейка, может, не заклеена. Вот. Тогда не будем его открывать. Ну ничего, такой аппаратик, внешний вид. Прикольный такой. Не сильно толстый. Размером как iPhone 4.4. То вот 4.3, правда. Да, по сравнению с большими экранами. Маленькие такие буковки. Давайте посмотрим, что у нас тут с языками.
Русский присутствует. Как и просил продавца. Батарейка как отсевшая, смотрю, у нас уже. Ай-яй-яй, сейчас выключится. Это у нас на браузер настроено. Сообщение. Ну, что я могу сказать? Такое впечатление, в принципе, первое нормальное. Тут яркость, не пойму. Что-то нижний двигается. Ничего. Сейчас в настройках добавим. Ну, запас яркости такой неплохой. Конечно. Отдельно смотрю, яркость кнопок настраивается вот этих вот. Здесь, я так понял, кнопка всего одна. Вот это вот. Здесь ничего нету. Здесь появляется вот кнопки. Тут, видимо, музыка. Вот она, назад кнопка. Смотрим, что у нас тут. Стоит фирменная прошивка, оболочка Flyme. А какой Android? Сейчас посмотрим. Версия прошивки. Ничего не нажимается. Это не то. В общем, в принципе, это все понятно. Клеить эту пленку. Ну, как красиво сразу стало. Здесь стекло горилла должно быть защищенное. Все, в принципе, плавненько работает. Play Market предустановлено есть. Если успею протестировать его, в общем, то протестирую. А то, может, у меня его заберут быстренько. Камера здесь на 8 мегапикселей. USB-порт снизу. Кнопка включения сверху. С левой стороны регулировка громкости. Так, ну что тут еще посмотреть. Камеру глянуть. Не включается батарейка севшая. Ну ладно, ребят, в принципе, если успею сделать тест, то все расскажу об этом телефончике. Кому, если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока, ребят.